Всем привет, всем привет! С вами Шмыга. Мы на канале Ушмыга. Сегодня поиграем в игру под названием Сворцен. Как там? Ну, короче, вы знаете. А, значит, я вне записи поиграл немножко, улучшил своего персонажа. Ай! Забыл. Блин. Хорош. Ну, мы потеряли нашу барышню, да, но мы вот, собственно говоря, с вами сделали победу. Сделали победу, если так можно сказать. А, потерявшиеся пни. Нет, так, подожди, а у нас. Ну давай, ладно, потерявшиеся пни. Она же живет, да? А что пни делают? А, тут 4 врага. Теперь 2 пня. Блин! Блин. Я собака тварь. Хорош. 3 пня. Хорош. А, слушай, да, только на нее, то есть, в смысле, только на этого работает. Пень золотой. Нахер. А, и все, да, отлично. Отлично. Шикарно. И пня победили. Шикарно. Шикарно. Все шикарно. Так, все собрали, ушли. 76 золотых, но это очень мало, на самом деле. Вот и все, хватит с меня. Несколько дней я буду отдыхать, увидимся, когда у вас будут деньги. А, королевский рубин. Так, подожди. А, нанять я тебя больше не могу, да? А 7 дней ей нужно отдыхать. У-у-у. В музее деньги появились. А, значит, колдунство у нас... А, вот 9 из 6. А, ну, это мало. Это мало. Ладно, пойдем попробуем, значит, сделать вот этот вот королевский, значит, бунт. Эй-е! Куку разрыгаешься. Че? Рр, все время забываю, что по-гоблински ты не понимаешь. Как ты смеешь красть мой королевский рубин? Прямски вор, а? Меня вот твоя ведьма не волнует. Тебе конец. Блин. Хер. Thank you.
без защиты, бля. Вот это вот опасная тема. Очень сильно. Она очень сильно опасная. Так. Отлично. Нанна. Блин, я вот не могу уйти с этого. Да блин, ну вот это нечестно. Но здесь не, я здесь проиграл, да. Да ёп! Я еще и, видишь, не успеваю, я еще туплю, короче, по-жесткому. Да, здесь проиграл, согласен. Мне нужно с теткой идти сюда. Одному делать нечего. Да блин! Я забыл опять, что... Да. Ладно, подожди, а что за забыто побережье? Мне нужна какая-то удочка. Что здесь надо делать? Кто знает? Может, нужно подождать... Нет, не знаю, что там делать. Ладно. Так, подожди, город душ. У меня 89 монеток. В музей что-нибудь принесли? В музей пока ничего не принесли. Ну, обучение-то мне зачем? Подожди, а что у меня... Не, у меня все, все вроде нормальное было. Два кольца. В середине гвоздик. Кузнец. Кузнеца пока ничего не могу. А вот и вы. Рад, что вы разделались с гигантской кротихой. Она очень дурно со мной обращалась, знаете ли. Я рад, что могу снова ходить в шахты. Спасибо, Шмыга. Все? Я за спасибо, что ли, это делал? Алло. Ну ладно. Таверня 7 дней, да? 7 дней. Попытаемся еще раз. Давай попытаемся. Давай попытаемся. Дай! Да-да-да-да, я читал, отстань. Блин, мне вот не на того он направил. Блин. Не, вот на этого надо. Потому что он... Обосрамс? Блин, вот это да, вот это я тут обосрамс. Да блин, ну скотина тварь. Ну а вот а как мне? А что мне делать? У меня я не могу, все, минус еще 3. Ну это да, уже все.
Ну вот, все уже посрал. Ни одному здесь, короче, не пройти, я понял. Так, парам-пам-пам. Что мне, а что я могу еще увеличить? Ничего я не могу увеличить. Я вон уже ловко до серебра, бронзы. Но это ничего не поменяет. Это ничего не поменяет. А как мне ждать 7 дней-то? Объясните, кто. Кто это такое? Да я инвентареха. А, я могу еще умения какие-то сделать. Огненный шар на... Увеличить урон дали моего прикольно. А, все, да? Так, давай-ка с этими умениями. Я там что-то увеличил. Ну, в смысле, мы увеличили как бы что-то, да? Но давай-ка попробуем с этим. Так, хорошо. Угу. Да блин. Так, это нормально. Это прекрасно. Да пох, пока. Пусть он бьет, а этот... Но этот на 7, тот этот ядом-то больше фигачит. Падла. Собака, тварь. До свидуси. Так. Ну-ка убей его нах. Хорош. Вот так вот это проходит, а не так, как король гоблинов. Мерзкий. Вор. А чё это я вор? Чё я не вор? Чё начинается-то, господи. Я все сделал, да, правильно? Так, блестящий камень. Камень настолько блестящий, что от него невозможно отвести взгляд. Так, уходим. Подожди. Ну давай в таверну зайдем. Тук-тук, кто там? Шмыль, ура, вы добыли блестящую кровь, а вот тут тупой король гоблинов уже совсем-совсем мертвый. Привет-привет, кстати, вы видели башню злой ведьмы? Она наверняка готовит мерзкое заклинание, скорее, надо добыть следующее сокровище героя, волшебный дуг. Ой, кстати, я его, типа, кажется, вроде бы потерял. Я не виноват, ясно, он был у моего белого питомца Пупси, я повел его гулять, и он убежал, этот балбан от меня убежал. Найдите Пупси, найдите сокровище героя. Проще простого. Ох, надеюсь, с ним все в порядке. Идите и найдите моего Пупси. Глава 2, попек Пупси. Собственно говоря, ничего пока сложного. Или несложного. Давай возьмем вот это говно. У нас будет, ну, 4 уровня у нас будет. И мы сможем в обучалке там... Глава 2, побег Пупси. И мы сможем, собственно говоря... Что мы сможем? Я не знаю, что это... Мы что-то сможем, в общем. Блокада Ор... Блокада. Блокада Ордена. Так, кто здесь у нас? Стой, деревень. Ордена запрещает сюда входить. Так, ты замечено дело, категория С. Теперь проваливай. Я первый, блин. Блин, не успел. Лошара.
Ах ты су! Су-су! А, я же... Жалко. Ладно. Да блин! Ну ладно, два раза пропустили, можно здесь теперь. Унана! Чпонь! Ах ты срань господня! Хорош. А, ну... Ну ладно. Ой, я там шмотку какую-то нашел. Плечи, руки рыцарские. Уля-ля, рыцарские. Ничего себе это... Во-первых, почему у меня не вот этот вот? Алло. А, я два кольца, два взрыва, восстановлю уклонение... В дальнем бою... А, я могу, кстати, в музей зайти. Уверен, вы выпускаете что-то важное. На некоторые умения, такие как толчок или особая атака, тратится весь ход. При этом свободные умения, такие как умение шар или давить стрелы, расходятся весь ход. Стараюсь воспользоваться этим знанием. Сведусь. Ну, у меня два блока есть, если что. Ай, я же убежал. Или нет? Блин, не успел. Сдохнешь ты сегодня? Что? А, значит, подожди, а почему у меня вот такой меч, а щит где мой? Как мне с щитом, подожди. Инвентарюха. Инвентарюха? Щита нет. А щит у меня может быть только вот этот вот. Рыцарский... То есть только вот этот. То есть... Ладно, короче, так, подожди, теперь сюда мы можем... А, или подожди, мы можем, знаешь, что? Ой, а как мне домой вернуться? В смысле? А я не могу домой вернуться? А, могу. Значит, а это что такое у нас? Это у нас рынок появился. Здорово, мадамы. Приветствую, спасибо, что устроили придурка из Ордена Тёмного. А и прикрыли торговую дорогу, но теперь мы снова открыты. Случилось то, что у меня есть самый радостный сокровище для вас, радость моя. Да, и не обращайте внимания на мою сестру. А она всегда такая. Приветствую. Я продаю только самый качественный отвар по справедливой цене. Ну, а если вас что-то не устраивает в моих товарах, идите к черту. Ага. Комаринная болеро, что это такое за говно? Сокровища какие-то, ну ладно. Значит, идем сюда, кормим гриба. Гриб нам что-нибудь даст, типа монеток, да? Ой, он нам дал снадобье. Так, ты мне даешь бабки? Так, ты мне даешь бабки? Ты мне даешь бабки. По идее, мы, в принципе, можем новое обучение, короче, тут делать. Правильно я понимаю? Или неправильно? В принципе, улучшать лагерок. Но пока, подожди, не стоит. 4 дня у нее осталось. Пока не стоит, пойдем еще сделаем вот задание, которое, может быть, нам, в принципе, пригодится. Плевальщики. Ну, давай. Блин. Не успел. Да блин!
А, вот у меня ХП появилось, восстанов... А, нет! Долбан. Все потратил и ничего не потратил. Твою мать. Твою мать! Так, ну у меня есть ХП, ежели чего. Я могу принять бутылек свой, ёпт. Блин, извиняюсь. Еще раз давай. Так, погнали. Да этот пусть бьет, и тот пусть бьет, вообще насрать. Главное вот не получить от этого. Фак! Получили в итоге. Как и принимать бутылек? А, понял. Зачем две сразу-то? Не успел. Так, ну теперь вообще по-легкому, короче, мы походим и все. Да, хорош, я хорош. Ты хороший, я хорош. Ты хороший, я хорош. Все хороши, все хороши. 140 монеток, в принципе, много. В принципе, так. Погнем, погнули, погнули, погнули сюда. А, у меня закончились эти, понял. Ёпт. Ничего себе она меня пнула. Иди на. Вон. Блин, жалко, я не попал в этот, в... Опа-на! Иди-ка на... Хорош! Шмыга красавчик, да? Или нет? Так, мы, в принципе, какие-то хрени там нашли. Щит, руки, уровень 5. Говно, по-моему, нет? Так, по бабкам, нелепая роща. У нас уже, типа. Нам нужно вообще сюда как-то пройти. Так, ну давай посмотрим, сколько в таверне я могу нанять. 2 дня еще осталось, не могу. На рынке, значит, 10.05 она стоит. А это что такое? Есть плюс чуть-чуть карьер, чтобы восстановить... А это... Ага. Так, хорошо, пойдем сюда. Нет, кузнец, а зачем мне кузнец? Да, давай. Да, понял. Так, кузнец кузнецом. Да отстань ты от меня, вот сюда хочу. Так. Редиск, редиск, мердиск. Так, хорошо. Там что-то новое у нас по обучалке, типа, да? Что там хочешь сказать?
из лучше орудовать луком, пытаясь попасть сразу в несколько мишеней. Они все зачтутся. Да, иногда бываю я добрым. К тому же направлен на полет монетки, зависит от того, куда вы по мне попадете. Ну, это мы все знаем. Ну, я не хочу, знаете, под запись делать парочку эликсиров. Купим. Будем строить дом. Так, не, пока не надо. Так. Значит, под запись заниматься обучением. Ну, лучше побольше поиграем, чем поиграем поменьше, правильно? Ай-яй-яй-яй-яй. Нанна. Нанна. Опа-на. Джин, берегитесь. Я не могу себя контролировать. Ой, ё! Нихера себе он. Скотина. Да ты можешь принять-то лекарство-то, ёпт. А как его... А как его, слышь, а... короче, к Джину нельзя, это... к Джину нельзя, короче, лезть пока, подожди. Туда нужно, чтобы мне это помогло. Потому что он на двоих будет... твою мать. А, вот это вообще нельзя. Ну это упадок каких-то сил, видимо, блин, да? А! Я не успел. Нанна. Не, под это, короче, нельзя. Типа, под это вообще не получится. Типа, от... Да, уйди на. Не. А под это, да, короче, она просто атака, просто атака. То есть, ее не... Иди нахер. Крот какой-то. Горняк, 150 у него хп. Ну блин, у меня мало хп-то, кстати. Мне надо в защиту опять уходить. Правильно? Буль-буль-буль. Опа, на... Ну блин, мало. Блин, даже крота не можем убить, прикинь. Даже крота не можем убить. Лол. Да блин, я же не восстановил, блин. Ну понятно, да, я понял уже. Я не успел нажать. Да ё-моё. Не, это тоже одному... Оп, это одному не пройти. Ну, вот это... то есть... Да, я понял. Я понял тебя. Так, давай-ка наймем. Как два дня? Я ж только что два дня ходил, бродил. Вы чё, алё? Пс-пс. Так, обучение опять проходи. Ну, блин, я не хотел бы проходить обучение. Ну, в смысле, это же, это много на... Ну, в смысле, ну, как... Да? А что? А, мы уже в серебре же, в принципе. В защиту надо уже уходить. Или как, или нет. Ай! Ай! Забыл.
Ну, понимаете, в чем дело? Смотрите, то есть... чтобы мне уйти в защиту, мне нужно набрать. Мне нужно очень много. Очень много вот сейчас стоять отбивать этого говна. Объясню почему. Потому что здесь 9 баллов идет. 9 баллов на то, чтобы... Короче, на увеличение... На увеличение защиты... Ну, навык... Да, ёпт. Пускай. Вот видите, 9 наверху справа. Это, короче, вот... Это я получаю. Сколько мне... То есть я все задания, видите, выполнил, а... По 9 это очень много. То есть до 3000 мне нужно прям, ну, очень много. И, ну, блин, я бы не хотел, ну, блин, под запись не хотел бы такое делать, конечно. А вообще, по идее, мне нужна вон та мадам, и мы сделаем с ней эти задания как на раз-два. Ну, видите, она только на два задания дается. На два дня. И... Поэтому... Ничего себе. Ничего страшного, что я звезды отбиваю, но... Опа, нифига себе, вот это вот пошла уже жара. Потому что тут... Да. Так вот, и... Про... Что я хотел сказать? По 9, короче, вот каждые 9, это... Ну, то есть мало. Очень... Да, я понял. Так, ну сколько мы набрали? Ну вот видите, то есть очень мало. Это печально, это печально. А, ну кстати, мы знаете что? Мы же... у нас характеристики. И подожди. Нам нужно здоровье. А, у меня, смотри, сколько очков-то. Ё-моё. Жесть, да? Я забыл потратить-то все очки, которые... Ядовитая стрела, 10 ходов, новое умение. И... колдунство, нахрена оно мне? Ну пусть будет типа, до этого, да? Так, хорошо. Теперь я могу тебя нанять? Могу. Так, теперь я могу тебя нанять? Подожди, я купил уже все, да-да-да-давай-давай тебе. Да-да-да-да-да-да. И погнали, сделаем два этих задания, в принципе, да, и потом уже, собственно говоря. Блин, ну они вот на нее атакуют. Ну сейчас должен... Да блин, да, они по очереди атакуют. Вот за нее как бы нужно переживать больше всего. Но теперь Джин погнали. Берегитесь. Да, да, я. Блин! Баран тупой. Тысяч восполняет. Хера он, падла. Блин, вот теперь раз на раз. Нельзя блокировать. Прикольно. А, можно зато... Понял. Сука!
су! А, все, ху! Хорош, я хорош. Фух, приношу свои извинения, такое бывает иногда. Эй, если не снизошать, я пойду, еще раз приношу извинения. Офигенно, да? Да, не с уворотом, конечно, не повезло. Ну да. Так, и теперь мы вот этих... Вот этих. Вот это плохо. А, это забей. Ну это да, и от этого не увернуться, как я понял. Хотя, может, если попробовать через этот... через... ну ты понял, через что. Блин, ну ёптель-моптель. Забыл опять. А контратаки на защите нету, что ли, у меня? Да не, на изи вообще, на самом деле. У меня восстановилось еще этот. Сейчас еще щит. Оп. Да, жалко, не успеваю. Надо вообще через контратаку. Блин, можно было и не принимать. Да, что-то я тупанул с приемом. Блин, 10 монет она вообще стоит. Можно было бы и по это... прикольнее. Грудь. Грудь четвертого размера. Еще увидимся, шмыга, где-нибудь. Сломанный копчик. Так, а то есть она опять ушла на сколько? О, да ладно, я могу джина за одну монетку брать. Чё себе. Прикольно. А он, интересно, такого же классного составчика или как там? Так, давай покормим гриба, он нам там даст что-нибудь. Плюс 93 монетки, в принципе, нормально. В принципе, неплохо, неплохо. Так, открыть кассу, вложить сразу. Так, в кузнецную. В кузнецную не могу ничего сделать. На рынке. Блин, они уже дороже стоят. Так, и давай построим что-нибудь лучше, лагерь. Ага. Угу, прикольно. Думаю, 35 монеток осталось. Построить. 46 надо уже монет, ничего себе так много. Так, ну ладно, пойдем посмотрим, что тут за зверь у нас живет. Так, подожди, у меня... я ничего не могу. Инвентарь, умения, 5 очков, умения. Ядовитая стрела. И так. Не надо. Не могу, ага. Не знаю, что там. Что-то добавил, короче, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как оно там у нас. А, окей.
Типа, ну ладно. А, я забыл. Это вот этот вот синий песоскин. Я же... Ну я еще и потратил это говно. А куда он делся-то? Он типа сдох или что? Да? А, то есть он, короче... А, все понял. Окей. Окей. Так, там очень сложно, тут не очень сложно. Так, подожди, у нас что-то в инвентаре. Тут оп-оп-оп-оп. Бронза, бронза. Ну, погнали, так. Погнали. Что здесь у нас? А, тут много... О, что тут делает деревенщина? Вступает на священную землю во время священной охоты на демонов? Покарает священной смертью. Что-то я махнул. Нанна. Блин. Блин, со стрелы получил в глаз прям. Ай-яй-яй, пропускаю. Я же нажал! А, нажал. Ой, мы смотри, что нашли, вообще офигенно. Щит, ноги, все нашли. Так, это хорошо. Так, опоздавший. Так, а что у нас тут? А, я еще же могу нанять этого пастуха. Ой, в смысле не пастуха, а... Вообще, огнино. Умения, характеристики, пока ничего не могу. Но это надо зайти туда, в этот. И могу еще джина делать. А, растет, конечно, эти деньги. Ну ладно. Нам нужно уже золотые монетки, короче, вкладывать, на самом деле. Потому что. Ладно, ребят, на этом закончу серию по данной игре. И может 30 уровня. Ну, я сейчас пойду опять вне записи, пойду обучалки, типа, попрохожу, там получу немножко уровней. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. С вами был Шмага. Всем счастливо, всем пока!